Так, Лара, на мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. На мушке. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, не переживай. Не двигайся! Они тебя заметят! Жди! Пошла! Стой! Подожди! Еще не время! Давай! Стой! Подожди! Подожди! Лара, все в порядке! Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я ей шею сверну! Сдавайся! Получилось? Она сдохла! Не знаю, не вижу. Отстреливай! Лара, их слишком много! Уходи оттуда! Лара. Я их вытащу и вернусь. Даю слово. Солнца. Она не зря привела нас сюда. Я знаю, что вам нужна свобода. Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место. Но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя.
эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Ты убила нашего брата. Теперь я убью тебя. Это тебе за Владимира. Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, Флот! Она. Это она. Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. И молись, чтобы быстро убили. О, Боже. Нет. Это ужасно.
Спасибо, брат. Все равно. Забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалит? Нет, нужно убедиться. Обыщем ее. Эй, кто тут у нас? О, эй, нас послал Николай.
Он нам приказал. Вернее, охранники передали. Мы... Дрянь! На помощь!